Привет-привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас одно из моих любимых видео — это ароматы месяца. И на июль, так как у нас стояла страшная жара, у меня было всего три аромата. Один из них повторился с июня, перешел в июль, это Friends Word for Her Tropical Sorbet. Потрясающе свежий, легкий, классный аромат, но даже несмотря на все его позитивные моменты, все равно его нельзя слишком много наносить, потому что становятся слишком яркие ноты. Тут основная нота — это гуава, экзотический фрукт, и тогда, если слишком много увлечься, то тоже будет немножко тяжеловато. То есть его нужно легко, немного, буквально 3 пшика. По стойкости он держится примерно 4 часа, может даже чуть больше. Как ни странно, почему-то кожа по-разному иногда звучит, ну, аромат звучит по-разному и разное количество времени. Я не знаю, связано ли это с температурой или еще с чем-то, или с настроением, но я так вот примерно говорю, что 4 часа — это нормально для такого аромата. Следующий аромат, к сожалению, его нельзя купить в магазине, в онлайн-магазине Oriflame. У меня его осталось совсем капелька, и, честно говоря, я сожалею о том, что этот аромат сняли с производства, потому что это один из любимых моих ароматов Oriflame — Amazing Paradise. Он просто невероятно крутой. Как вот эту красоту, во-первых, тут и дизайн очень красивый, вот эта вот крышечка невероятная такая, как чешуя, его убрали просто из продажи. Я в шоке, потому что он нереально вкусный, он очень стойкий, и при этом он волшебный. Вот это один из тех ароматов, на который все обращают внимание и зачастую спрашивают: а чем от вас так вкусно пахнет, а? Вот так мы цепляем клиентов на ароматы, знакомимся с новыми людьми. Те, кто посмелее, они всегда пристают и сами спрашивают, что да как. То есть этот аромат тоже из разряда таких вот освежающих, легких, но в то же время стойкий. Третий аромат, которым я пользовалась активно, — серия Feel Good Loved Up. Сливовый аромат. И несмотря на то, что слива кажется нам такой сладкой, даже приторной немножко, этот аромат, он такой вот, знаете, я обычно говорю, надышаться невозможно. Вот его вдыхаешь и вдыхаешь, и все равно всегда вкусно, вкусно, вкусно. Вот я им с удовольствием пользовалась. То есть я чередовала то одним, то другим, а бывает, что я в один день могу разными попользоваться, и это их ни капельки не портит. То есть они друг на друга наслаиваются красиво. И понятно, что очень жарко, и периодически приходится за день, бывает, 1-2 раза душ принимаешь, просто зайти ополоснуться, все равно аромат смывается, и можно взять другой и просто нанести на кожу. Как я использую сейчас ароматы? Если в обычное время я прям беру так вот, там, например, взяла так раз, потрогала, да, и все. Сейчас, когда жарко, я выхожу из душа и прям на влажную кожу. Кстати, у меня ароматы сейчас вот стоят в душе или в спальне сразу какие, ну, часть тут, часть тут, и я просто вот так вот брызгаю чуть выше, то есть я держу вот так руку вверх, брызгаю в воздух и вхожу в эти капельки, которые осаживаются потихонечку на кожу. И получается, что вот я делаю 3 пшика и вхожу каждый раз вот так, кручусь разными сторонами, и получается, что все тело в этих капельках. Вот почему-то вот мне сейчас это особенно кайфово, потому что жарко, очень мало одежды всегда. Вот зимой почему-то я так не делаю, а зимой так все очень близко и так. Вот далее, приезжаю я к маме, а у нее расцвели 2 жасминовых куста, то есть 2 куста жасмина. Это нереально красиво, вот как будто снежные шапки просто стоят в саду, это просто очень круто. Аромат такой вкусный, такой нежный, вот этот вот жасмин, он просто вот классный. И когда я вернулась домой с целой сумкой, целым пакетом цветочков жасмина, я, видите, их насушила и сейчас завариваю в чай.
это тоже очень вкусно. Кстати, рекомендую, если у вас в саду цветет жасмин, то сделайте тоже такую заготовку. Но он уже отцвел не так давно, кстати, но зато когда я вернулась домой, я поняла, что я хочу продлить этот аромат, и я достала свою шкатулку с ароматами и достала этот аромат. Он так и называется — Women's Collection Sensual Jasmine. Но здесь не только жасмин, здесь есть еще ландыш и еще какие-то нотки, я не помню какие, но из-за этого жасмин не такой густой, как от куста, когда стоишь рядом с кустом, он более деликатный и какой-то более свежий. И я могу сказать, что даже в жаркую погоду, если его чуть-чуть нанести, то есть не 5 пшиков точно, потому что несмотря на то, что эта серия из разряда таких вот самых доступных в Oriflame ароматов по ценовой категории, то есть за 500 рублей можно купить, бывает дешевле даже, ну вот прям вообще очень доступно, несмотря на это аромат стойкий, как ни странно, да. То есть если мы будем сравнивать, например, вот с этим ароматом, этот намного легче, чем этот. Вот тоже, может быть, вам полезна будет эта информация. И сейчас у нас последние вот как-то дни, до этого была жуткая жара, просто испепеляющая, потом у нас вдруг один день был холодный, и мне захотелось нежнятинки, и я достала Divine Royale. Вот, кстати, сегодня у нас тоже прохладный денечек, и я им тоже воспользовалась. Нежный, хотя восточный аромат, и у меня обычно восточные ароматы ассоциируются с чем-то тяжелым, пряным, таким жестким и подавляющим, я бы так сказала, да, как бы. Вот у меня с рынком восточным ассоциация, когда говорят тип аромата восточный, на самом деле этот аромат мега нежный, мега нежный. То есть он просто вот не яркий, он не броский, он не надоедливый, от него не тошнит даже в жару. То есть он такой вот прям вот, вот прям то, что надо, хороший такой забавный аромат. И, кстати, знаете, о чем я задумалась, что я захотела из серии Feel Good аромат с мятой. То есть это второй аромат, который у нас с мята и какой-то цитрус, не помню какой именно, немножко забыла состав. Вот я захотела тот аромат, хотя в прошлом году я его подегустировала, у меня клиентка заказывала, ну как-то он мне не отозвался, а вот сейчас просто захотела. О чем это говорит? Вкусы меняются, и даже неожиданно может аромат, который раньше казался, ну да нет, это не мое точно, вдруг неожиданно становится таким прикольным, и им хочется пользоваться. Поэтому я вам рекомендую иногда доставать свои пробники и заново их дегустировать, и вы что-то наверняка откроете для себя неожиданно новое, прекрасное, и будете, не знаю, кайфовать от новой себя, потому что каждый аромат, он как-то создает особенное настроение. У меня, например, есть ароматы, которые я называю для свиданий, ароматы там легкие, там игривые, да, девичьи такие ароматы есть, которые меня настраивают на деловой лад. И у вас то же самое, скорее всего. Вот, рассказывайте, какими вы сейчас пользуетесь ароматами, какие у вас предпочтения, что вам нравится, и свой любимый аромат напишите, какой у вас есть в Oriflame. Спасибо вам за внимание, надеюсь, вам понравились цветы, которые вырастила моя мамуля в своем саду. Я вам желаю всем классного суперского лета, будьте счастливы и здоровы, самое главное, берегите себя. До встречи, всего доброго, пока-пока.